Не зря. Ну, давайте я подскочу, просто дело очень срочное и серьезное. Да, понял. Угу. Спасибо. У меня дети дома! Желающим бесплатно предоставляются гостиничные номера со всеми удобствами! Вот сами туда и валите! Народу тьма. Ну, хоть воду начали раздавать. Еще раз поясняю! Желающим бесплатно предоставляются гостиничные номера со всеми удобствами! КПП, отделяющий закрытую зону, а так называемый район. Здравия желаю, товарищ майор! Полковник Лебедев здесь? Валентин Юрьевич. Чё не приехал? Чё это происходит? Вы чё отстали, да? Чё тут встали? Ну! Убираем машину. А чё не так? Здесь зона безопасности, отгоняем. Сейчас уедем, командир, ты чё? Убираем машину сейчас! Я не уеду никуда. Чё он хамит? Это наш район вообще-то. Я его не трогаю. Тихо. Я не трогаю. Сейчас уедем, командир. Живой? Давай, поднимайся!